Завершился муниципальный этап всероссийского конкурса «Слава Созидателям». Итоги подведены, школьники-герои награждены грамотами и подарками. Самое время сказать спасибо педагогам, которые приняли активное участие в проекте. Сегодня хочу большое спасибо сказать вам, как истинным созидателям, созидателям детских душ и сердец, которые позволяют детям найти себя, привить им самое лучшее, то, что обязательно поможет им дальше в становлении их личности. Спасибо вам большое. Педагоги писали сценарии для видеороликов, организовывали встречи с героями, чтобы как можно больше детей знакомились с историей созидателей, их заслугами и трудовыми победами на благо родного города. Я как учитель должна не только дать детям понятие о предыдущих каких-то событиях, я должна научить их жизни. Конечно, эта работа больше была моя. Составить вопросы, показать, как это делается, сценарий, все это, естественно, педагог. Но как сами дети, конечно, для детей это тоже очень важно. Они были такие гордые, что они это сделали. В проекте «Слава Созидателям» мы стали участвовать по нескольким причинам. Во-первых, мы сами живем в городе Атомщиков, и мы должны быть в курсе как истории города, так и его современной жизни. Это во-первых. Во-вторых, у нас очень много интересных людей, о судьбе которых хотелось бы рассказать. Это люди, которые стояли у истоков создания нашего города. И именно Петр Михайлович Цыбанов, о котором мы снимали репортаж, он, на мой взгляд, очень интересный человек. И ребята с энтузиазмом откликнулись на это. На федеральном этапе всероссийского конкурса «Наш город» представит 10 видеороликов. Благодаря этому конкурсу дети лучше узнали историю Десногорска, почувствовали причастность к прошлому города и ответственность за его будущее.